Йога и сами шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Slain. И это у нас кровавая башня. Поэтому полетели. Впечатляющее для смертного. Я не верю, что ты обладаешь силой. Мои приспешники побились об заклад, что ты выживешь. Ха. Мои любимые вечно голодные и жадные до плоти. Хватайте его, мои дорогие зверушки. Мне интересно, что вот это за синяя херь. Но пока что более-менее все нормально идет. Наверх я залезть не могу по этим. Хотя бы не в самый низ. То радует. Хоть это радует. Да, то, что враги выпадают сами по себе, это плохо. А, это с помощью я смогу на выше залезть. Но я походу умираю, да? Ау. А можно как-то... Фух, ХП восстановил. Ау. Нихера, это какая-то жесткая кровь. Я думал, она типа будет... Ну, не полная, конечно, ХП забирать. А там думал, ну, частично. Там манать. Не, короче, надо... Так, а могу я снова сейчас активировать его? Если не могу. Так, мне нужно успеть будет рычаги сейчас открыть. Ты обнаружил секрет мистера Вольфа. Thank you.
Чё это? Какой-то медальон. Невнятный, непонятный медальон. Ух ты ж, ё-моё. Пипец. А не, достает. Короче, главное вовремя отбивать снаряды. Да. Один. Так, пока что все хорошо. Ау. Блин, жалко, что я с помощью маны не могу хилиться. Просто было намного бы попроще. Вот сейчас я мог просто сам по себе тупануть и сдохнуть. Ну ладно, тут сейвы хотя бы часто. Понял, принял. Так, окей. Ну блин, они ману жрают. Оу-оу-оу. Я думал, типа, крылья у нее у гаргулии ломаются немного. Типа, потихоньку. Мне просто надоело, и поэтому я побежал сразу. Пиздец.
Надо было все-таки эту херь дождаться. Пока она приедет. Там он, в принципе, и сейф. Я сразу сгорю, если на эту херню попаду. Давайте тупой. Но это пустит, пойдем мне. На самом деле. Я понял. Ноль вопросов. Мне ее убить надо. О да, Батарин, какое наслаждение наблюдать за бойней, сопровождая твое восхождение, а твоя радость меня мутит. Готовься быть сраженным. Ха, я не собираюсь тратить на тебя время, смертной отроби. Мы сам не терпится поиграть с твоими костями. Я понял. Как я понимаю, сейчас мне придется заново. Да. Лучше сделаю так. Он один тут? Я понял. Короче, когда он плюется, нужно байтить его.
зараза. Ну да. Так, давай сюда, ближе к центру. Неужто, когда ты будешь стерт с лица земли до того, как вновь поднимешься на взор, на мне взор? До скорого, дрожащий Батарин. Воин, поторопись. Что надобно тебе, о, уродливый карга? Не страшись, о, украшенным бородою. Войди в сей таинственный портал, моя магия перенесет тебя в безопасное место. И когда ты прибудешь на место, мы потолкуем еще, если такова моя судьба быть по всему. Хлоп. Добро пожаловать, о, длинноволосый покоритель демонов. Великий дух возвестил о твоем пробуждении. Куда ты перенесла меня? Это место убежище не тронутое скверное Врола. Его сплевывает. Да. Его сплевывает вонючего отродья. Отсюда ты можешь отправиться в любую землю, жаждущую очищения. Но немедли здесь, чтобы скверна не посетила навечно всех несчастных проклятых угодьях. Так иди же, белоусый воитель, и да пребудет с тобою благословение священных костей. Что ж, посмотрим. Так, нажмите, чтобы войти в Нагорье. Кровавые земли очищены. Старый город. А, закрыто. Канализация закрыта. Волчий лес. Короче, у нас два уровня, как я понимаю. И этот мы прошли, да, с вами? Ну что, давайте тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.